17:05 в Кирове. Сегодня четверг, 17 ноября. Вас приветствует Дарья Пузлеева. И Владимир Сметанин. Сегодня мы будем говорить на тему, которую мы каждый год ведь поднимаем, да? Ну, мы информационно поддерживаем это мероприятие, очень важное и ответственное, на наш взгляд. Многие уже знают о том, что в нашем городе завтра и послезавтра пройдет очередной гражданский форум. Основная его центральная тема – общественный взгляд на развитие области и перспективы подготовки к 650-летию города. Вообще, гражданский форум – это площадка, на которой собираются активисты, неравнодушные жители города, которые могут поделиться своими различными инициативами, представители некоммерческого сектора и так далее, и так далее. Так что внимание этому мы сегодня по традиции уделим и представляем наших гостей. Елена Урманская у нас в гостях, председатель Кировского союза. Кировского отделения Союза журналистов России, член Общественной палаты Кировской области. Елена, добрый день. Добрый день. И Сергей Улитин, председатель Общественной палаты Кировской области. Сергей Николаевич, добрый день и вам. Добрый Здравствуйте. День. Ну, по традиции, Общественная палата является таким локомотивом, да, в продвижении гражданского форума, поэтому хотелось бы начать с вас. Да, какие основные цели в этом году закладываются, почему именно вот такой набор получился дискуссионных площадок, секций? В общем, такой вступительные, вводные какие-то данные. Несмотря на то, что 12-й год мы проводим этот форум, и темы брали очень сильно разные, в этом году главная задача посмотреть на перспективы. То есть время непростое, с одной стороны. С другой стороны, какие бы непростые времена ни были, надо смотреть в будущее, надо сверять позиции. У нас новая власть. Новую власть мы пригласили. Мы поменяли основной формат нашей... Раньше у нас была... Пленарное заседание, где были доклады, где было все здорово. Мы в этом году от этого ушли, никаких приветственных слов. У нас будет панельная дискуссия. Александр Валентинович Соколов, губернатор. Ну вот новую власть мы имеем в виду в первую очередь. Конечно. Губернатора, конечно. Да. Конечно. Вот придем и попытаемся на этом форуме, ну что называется, сверить часы, сверить позиции. У нас замечательный модератор. Елена Анатольевна. А что конкретно, да, от власти, от чиновников хотелось бы услышать? Вот сверить, да, вы говорите, какие-то позиции свои по каким вопросам, да, к какому единому знаменателю хотелось бы прийти? Вот если мы говорим о панельной дискуссии, о которой сейчас Сергей Николаевич сказал, основная ее тема – это общественный взгляд на развитие Кировской области. Хотелось бы... То есть что хотим мы, обычные жители? Обычные, да? Жители, представители регионы. Общественных организаций, активисты. И не даром выбран формат дискуссии. Не брифинг, не пресс-конференция с губернатором. Общественники и граждане будут свой взгляд выражать на те или иные вопросы, актуальные для них. И хотелось бы услышать взгляд губернатора на эти же темы. Где-то мы будем совпадать, где-то не будем совпадать. Во всяком случае, и мы, граждане, узнаем позицию руководителя региона. И руководитель региона будет иметь возможность услышать напрямую, не через телеграм-каналы, не через средства массовой информации, а вот прямо так вживую, чаяние, причем обоснование каких-то точек зрения. Нам показался этот формат интересным. А не поздно ли уже дискутировать? Все-таки на носу уже это событие. Да? Буквально вот-вот год, да, один остался, и, собственно, много чего нужно успеть сделать. Тут ведь о чем идет речь, смотря год остался. Жизнь кончается не завтра. Прям даже... слова из, ну, песни. То есть, если Вов, ты говоришь о 650-летии, да, то я понимаю, это просто как отсечка некая. 650 лет – это юбилей нашего самого любимого, нашего Кирова. Мы говорим не только о подготовке к юбилею, но и о развитии Кировской области и муниципальных образований в области. То есть в целом. И на перспективу мы не закладывали, на какую-то конкретную перспективу. Да-да-да. Тут я, простите, пожалуйста, перебью быстренько. А тут просто почему мы постоянно так цепляемся, да, к этому 650-летию на протяжении уже, не знаю, там, нескольких лет, когда только начали обещать какие-то деньги. Потому что мы на протяжении последних, я не знаю, там, 10-15 лет, да, и как журналисты, и как просто жители города видели, как отмечают свои юбилеи другие города. И какой толчок эти юбилеи дали там для развития общественных пространств, для развития каких-то инициатив, да, тех же самых НКО. И кажется, что по сравнению с другими городами, да, Кирову как-то, видимо, не повезло со временем отмечания юбилея, вот, но вот поэтому как-то постоянно хочется, чтобы вот эта отсечка, она была не просто отметили и разошлись.
Я понимаю ваши переживания. Что перспектива была многолетняя. Да. Тоже как представитель журналистского сообщества и средств массовой информации скажу, что мы очень переживаем. И на фоне других городов, и как будто есть ощущение, что нам чего-то не додали. Или не додадут. Связано это с тем, что оргкомитет был создан, по-моему, в 2011 или 2012 году. Уже лет 10 назад, но он не работал. Президент страны еще в 2012 году подписывал коротенькое постановление о подготовке праздничным мероприятиям. Как мы с вами помним... 10 лет назад. Да, 10 лет просто ушли. И активная работа началась вот-вот, только-только, поэтому у нас с вами нет никакого ощущения подготовки к празднику, не было. И вот сейчас вот что-то зашевелилось. Конечно, мы об этом тоже будем говорить. Но это будет не единственная тема нашей панельной дискуссии. Безусловно, да. Как вообще сформировался, Сергей Николаевич, вот этот список площадок, секций? Площадки никогда не формируются на уровне там, Совета Общественной палаты или кого-то. Это инициативы, это те запросы. Вот модераторы – это те люди, которые говорят, нам кажется, что в этот год полезно обсудить вот эту тему. И палата говорит, пожалуйста. У нас очень разные площадки, у нас очень разные модераторы, очень разные, прям 10 раз готов повторить, и по степени радикальности в своих суждениях, и по, так сказать, по глубине проработки вопросов, но это запрос на все эти секции, люди готовы записываться. То есть вот у нас, мы записываем через лидер ID, это одно из требований этой площадки, но каждый раз у нас участвуют не только наши региональные, вот это самое, представители у нас с районов приезжают, и формат, когда это очно, и у нас еще будет трансляция, еще люди могут посмотреть онлайн большинство наших секций, он собирает, ну, вот примерно в прошлом году мы собрали 500 человек. А онлайн есть возможность вопросы какие-то задавать? Или только наблюдение. На ряде площадок есть чаты. На ряде нет, просто трансляция. Да, надо напомнить, что регистрация еще продолжается на гражданский форум, и зарегистрироваться можно там же на платформе «Лидер ID». Вот я смотрю, предупреждение, регистрация закончится через 2 дня, ну и не сказали, где мероприятие само будет проходить. Это инжиниум? Да, традиционно. Да, традиционно. С 18 по 19 ноября все начнется завтра в 10 часов утра. Все верно. Все верно. Для посещения абсолютно свободно мероприятие. Для всех желательно регистрация. Ну, при условии регистрации, да. Да, конечно. Даш, ты посмотрела те площадки, которые будут? Вообще список? Да, я просто хотела уточнить. Мне казалось, что вот одна секция, связанная, по-моему, с экологией, где-то в администрации что-то будет, нет? Какая-то почему одна из площадок, нет? Почему секция, она пройдет... А, да, Воровского 39, кабинет 200. Да-да-да, мы позавчара обсуждали тему озеленения, концепцию новую, да, и как раз специально вынесли в здание городской администрации. Но мы хотим сказать, что у нас на телефоне будут непосредственные люди, которые будут вести эти секции, мы с ними пообщаемся по телефону, да. Да, я до этого уже ознакомилась с секциями, некоторые мне показались достаточно интересными, да, тут родительское просвещение, ожидание и реальность. А вообще сейчас, да, 2 дня, получается, осталось до конца регистрации. Какие секции пользуются наибольшей популярностью у людей? Вот если можно, я как модератор одной из секций скажу. Вообще всего порядка 20 площадок будет. То есть выбор огромный, интересов тем. Я думаю, что тут любой может... Ну, на любой вкус, да, на самом деле. И может... дороги, и экология, да. И все, что хочешь. Да. И самоидентичность тоже вот в этом году мы очень интересную тему затронули, я не знаю, там будет... Самоидентичность? Да, вот Вятский. Вятская самоидентичность. Да, у нас, собственно, планируется на связи, да, Руслан Мамедов, который будет отвечать за работу, да, этой секции. Да, и я в продолжении своей мысли хотела бы сказать, что несмотря на то, что до окончания регистрации остается 2 дня, начало форума завтра в 10 утра. А через 2 дня он, собственно, уже завершится. А, кстати, поэтому да. те, кто хочет немножко успеть, приглашаем уже сегодня на регистрацию, до конца дня желательно. И с 10 утра завтра начинаем. Со всем расписанием, с полной программой работы можно ознакомиться на сайте Общественной палаты Кировской области, подобрать себе 1, 2, 3 секции. Главное, успеть везде. Ну да, ну вот смотрите, да, по секции, которая... Ваша, да, если я правильно помню, развитие цифровых социальных сервисов. Да. Это вообще что? Ну, мы будем говорить про IT-технологии на Вятке, про цифровое будущее Кировской области. Эту секцию готовит кластер информационных технологий Кировской области, где я являюсь соучредителем. Мы готовим
ее вместе с Министерством информационных технологий и связи. Придут представители различных IT-компаний, будут представлены реальные кейсы. Кировские. Кировские, только наши наработки. Причем это и участники IT-кластера, это и участники большого IT-бизнеса. Я знаю, что планируется и презентация проектов Ростелекома, например, там, других интересных очень компаний. И, как правило, это будут анонсы. То есть это то, что на сегодня еще не внедрено, но уже готово, собственно, к внедрению в жизнь кировчан. То есть такой эксклюзив прозвучит, да? Смотри, я надеюсь, да. В рамках этой звучит беседы. Прям IT-кластер, да, Кировской области весомо. А как попадают люди вот в эту вашу дружную компанию? IT-кластер Кировской области. То есть это же не какая-то материальная, да, вещь, это не какое-то здание, куда можно прийти, да? На самом деле это НКО, некоммерческая организация. Мы создали IT-кластер в 2020 году, в мае зарегистрировали, и на сегодня у нас 9 компаний-участников. Это игроки малого-среднего бизнеса, наши кировские ребята, причем разных сфер, и представители компании InMedia, ваша структура по разработке и таргетингу также является участником, например. Представлено там. Да, представлено. Ну, то есть совершенно разные ребята. Мы продолжаем прием. В общем-то, у нас есть и группы в соцсетях, и сайт, и наши телефоны всем известны. Кто хочет вступить, пожалуйста, мы... Это такое некоммерческое сообщество единомышленников. То есть это не какая-то там закрытая, да, структура, чтобы нужно было соответствовать каким-то сумасшедшим требованиям? Это не государственная структура. Это элемент гражданского общества. Да. Верно. А еще на вас, Елена, панельная дискуссия «Общественный взгляд на развитие области». Да, да. Это то, с чего мы начали сегодняшнюю встречу. То есть здесь я выступаю как предприниматель, я работаю в сфере именно цифровых технологий, а панельную дискуссию веду как член Общественной палаты Кировской области. Вот руководство мне доверило и поручило, поэтому... Надеюсь, что диалог окажется интересным. Сергей Николаевич, что по итогам гражданского форума планируется? Не знаю, резолюция там будет, как всегда, обычно? Подведение, да? итогов основной резолюция. У нас закрытие будет в субботу в 12:30. Всегда бывает интересный доклад социологический. Подведение итогов будут выступать модераторы секции, докладывать результаты, какие выводы привели. Ну и, разумеется, рассылаться все резолюции будут по министерствам, ведомствам, правительству, администрации, силовикам. Ну, то есть тем, кому эти темы интересны. Ну и, разумеется, опубликуем на сайте, это все в открытом доступе. Из органов власти кто еще будет представлен? Губернатора упомянули. Да, на панельной дискуссии у нас фактически главный спикер. Министерство, вот сколько я созванивался, придут, социального развития, точно Минтранс обещал быть. Ну, Минцифры. Минцифры обязательно придет. Ну, то есть рассылаем всем, пока никто не отказывается. То есть основные какие-то ключевые ведомства должны присутствовать на этих встречах. Мы предлагаем нашему редактору уже подключать непосредственно тех людей, которые будут отвечать за ведение секции. Хотелось бы поподробнее, да. Узнать о том, что будет происходить там. Да, у меня вопрос еще, да, опять же, по взаимодействию с органами власти. Много лет проводится гражданский форум. Есть ли какие-то в этом плане, не знаю, улучшения, да? То есть как раньше реагировали чиновники на приглашение присутствовать на гражданском форуме, как сейчас, да? Сейчас они уже не отказываются. Раньше они отказывались, или это всегда все радостно в рабочий день шли к вам? Сказать, что радостно, может быть, не всегда. Зависит сильно от темы. Но не отказывались. Не отказывались, приходили. Иногда, конечно, приходится звонить, просить лично, поддержать. Иногда бывают накладки по мероприятиям. Вот завтра, например, честно говоря, очень напряженный день. Завтра законодательное собрание, прием бюджет. И у нас в это время секции, конечно, возможно, будут какие-то замены по представителям органов власти, но мы к этому относимся с пониманием. А в плане самих выступлений, да, вот в плане самой дискуссии, просто когда... ведется какая-то дискуссия, ты редко представляешь в этом качестве, в плане человека, который способен вести дискуссию, чиновника, да, то есть это же все равно некие там бюрократические всегда какие-то заборы и язык, да, то есть люди, которые привыкли отвечать в формате докладов, да, мы сейчас говорим о том, что это все равно будет не доклад, а именно дискуссия. Общение, то есть насколько чиновники готовы именно общаться, то есть насколько это будет результативным, это общение.
В одном вопросе сразу два разных ответа, потому что готовность общаться – это одно, результативность – это другое. Готовность общаться у большинства есть. Они как-то, видите, это не только, значит, возможность, как бы, проверка обоим-то проходит не только на гражданском форуме. Каждый раз, когда они приходят в общественную палату, они каждый раз учатся, они нарабатывают это общение. Здесь мы проблем не видим. Вот эффективность – это уже другой вопрос. То есть гражданский форум еще и такой обучающей площадкой выступает, да, для чиновников, как общаться. А результативность от чего зависит? Результативность зависит от того, как правильно поставлена проблема и насколько обладают ресурсами, допустим. Угу. Если мы будем обсуждать, как там наши дороги все привести там 100% соответствие, то в любом случае за год это не сделается, как бы мы ни хотели. Ну, давайте подключать еще одного нашего спикера. Наталья Шитко с нами на связи, председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества Общественной палаты Кировской области. Наталья, добрый день. Добрый день, коллеги. Добрый день. Знакомимся мы сегодня с сессиями гражданского форума. Пару слов в общей чертах. Да, можно и больше. Да. Да. Но мы потом все равно будем вопросы задавать. Да, да, Наталья, да, ваша секция, ваша роль. Я модерирую, да, или да, в целом? Да. Нет, за себя, да, которую вы модерируете. Да. За себя. Угу. Ну, я за себя не привыкла. Давайте за нас, все-таки это коллективная работа. На самом деле, вот первая секция, которая завтра открывает, одна из первых секций, которая завтра открывает гражданский форум, это секция «Своих не бросаем», где мы будем говорить о поддержке общественных инициатив некоммерческого сектора Кировской области на вновь присоединенных территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Гражданский форум – это ведь не только вопросы к органам власти, но это и вопросы к самим себе, прежде всего. Поэтому здесь мы, конечно, вот мы уже сейчас знаем, что Кировские НКО активно помогают, да, на тех территориях жителям именно с точки зрения гуманитарной помощи. Но сейчас такой есть запрос от общественных организаций присоединенных территорий на помощь от некоммерческого сектора, вот уже который, ну, устоявшийся, скажем так, да. То есть сегодня на тех территориях существуют в основном только общественные организации. Форум других некоммерческих организаций нет. Сейчас эти общественные организации, вновь созданные, должны работать по новым там правилам, да, то есть по российскому законодательству. И даже вот на моменте, вот этот вот этап становления, это вот я как никто, кто знает, когда открываешь НКО и начинаешь работать с нуля, вот очень важна здесь вот эта рука помощи. И нам сейчас очень важно, вот, скажем так, консолидировать наши некоммерческие организации, собрать вот, скажем так, их вместе, в кулак, и посмотреть, на что мы способны, какую помощь мы готовы оказать, да, там, консультационную помощь в стажировках, помощь в наших технологиях, отработанных в практиках, потому что у нас потенциал большой и опыт достаточно большой у ряда некоммерческих организаций. И вот это мы готовы обсудить на секции «Своих не бросаем». Ну, то есть, кроме того, мы подключим общественные палаты ЛНР, ДНР в онлайн-режиме, подключим ряд некоммерческих организаций, которые не так давно и созданы на территориях присоединенных, и услышим от них, вот как бы, да, вот что они ждут от нас, какая помощь им нужна. Мне кажется, это очень важно. Единственный момент, что меня огорчает, что у нас пока не определен у нашего города Кирова город-побратим. Да, там, когда мы точно понимали уже, с кем мы можем вообще прям вот активно вести диалог. Но я думаю, ничего страшного, когда он будет определен, у нас уже будет, по крайней мере, такой пул активистов, которые готовы будут уже помогать вот городу-побратиму. Город-побратим, мы имеем в виду, оказывать... это город именно вот в новом субъекте, да, Российской, да, Федерации. Все правильно, да, вы говорите, да, в новом субъекте. Пока мы по запросу, вот мы делали запрос в Министерство внутренней политики, в общем, ответ получили, что еще решение не принято. Вот. Ну, в общем, задача у вас такая, да, задача, в общем, такая благородная. Вам нужно, ну, попросту говоря, помочь встать на ноги, да, своим коллегам и сделать первые шаги успешно. Это нам нужно. Вот нам нужно в первую очередь. Вы понимаете, мы должны предложить им помощь, а уж принимать или не принимать, это их право, да?
Вот это одна из секций. Но мне кажется, у нас уже есть организации, кстати, которые подали заявки на конкурс президентских грантов, фонд культурных инициатив, которые как раз в этой тематике. Очень интересные проекты, и они тоже о них расскажут, потому что даже если они не будут поддержаны на федеральном уровне, мы попробуем их там как-то, может быть, о них поговорить на региональном уровне и найти поддержку здесь, да, в регионе. Вот. Также приглашаю всех на две деловые игры мы проводим с пермскими коллегами. Это тоже это такой формат, я считаю, тоже правильный для гражданского форума, когда мы еще и чему-то учимся. Вот. Эти две игры, одна из них клуб анонимных НКО, и другая игра называется «Ваш ход». Клуб анонимных НКО – это такой прототип мафии, да, мы все играли с вами в мафию. Mm-hmm. Вот тут поиграем в мафию, но только уже с некоммерческим сектором, и тоже уже научимся и получим новые навыки и знания. Поэтому вот коллеги из Перми приезжают поделиться, а там, мы знаем, сектор очень серьезно подготовленный, очень сильный сектор некоммерческий. Я тоже всех приглашаю, мне кажется, будет интересно. Ну и в субботу у нас будет секция «Нужные люди», и мы будем говорить о старшем поколении. Мы говорим об этом второй год, и я считаю, что мы должны об этом, ну, скажем так, не должны оставлять эту тему, потому что все-таки в Кировской области проживает почти 30% населения, да, пожилого возраста. Ну, да, это очень такой серьезный пласт, такой категория жителей, которая, кстати, ну, на данный момент, давайте будем говорить, самая социально активная категория жителей. Вот на самом деле так. Поэтому будем говорить о том, как с ними работают. Другие коллеги тоже поделятся, федеральные эксперты к нам подключатся. Будем смотреть и наши практики, потому что у нас очень интересные есть проекты и из муниципальных районов. Поэтому, конечно, здорово, чтобы нам еще и зарегистрироваться из районов области. Все-таки это гражданский форум Кировской области. Давайте не забывать. И вот сильно вот акцент не делать на 650-летие. Есть секции, здорово, но все-таки основная, мне кажется, тема – это общественный взгляд на развитие области в перспективе. Угу. Вот, поэтому Наталья, будем об этом говорить. Смотрите, да, как интересную вещь, мне кажется, вы затронули. Вот мы много говорим, да, о помощи НКО со стороны государства, да, со стороны различных структур. Но очень мало говорим о взаимопомощи внутри, да, НКО. Вот вы на примере ЛДНР Запорожской, Херсонской области привели, да, вот эту одну историю. А вообще в целом, насколько вообще кировские НКО взаимосвязаны друг с другом, да, как часто оказываете помощь друг другу? Ну, если интересно, можете зайти на их страничку ВКонтакте. Я недавно делилась впечатлениями о партнерстве. На самом деле мы между собой очень пока тяжело у нас вот сотрудничество устанавливается, на мой взгляд, именно в городе Кирове, в районах области эта картина выглядит достаточно. А почему так, тяжело? Радостно. Вроде бы одно там дело все делаем. Там умеет взаимодействовать между собой сектор, его там немного, но они дружат. А у нас все-таки есть еще какая-то вот борьба, наверное, за ресурсы, или может быть, что-то еще мотивирует, не объединяться. Хотя я считаю, что партнерство – это для НКО основной ресурс. Даже не деньги, а партнерство. Поэтому надо к этому стремиться, надо этому учиться, потому что от этого выиграют только все. Как я говорю, что на самом деле один поле не воин, мы все это прекрасно с вами знаем, да? Вот. Но есть еще и такие поговорки, как нитка строя скрученная, не скоро порвется. Поэтому и веник не переломать, например, да, целый, чем веточку по одной. Вот об этом речь, об этом история. Поэтому мне кажется, это очень важно. Особенно вот в это время очень непростое. Ну, на самом деле, очень сложное и психологически, и напряженное. Это чувствуется в людях. Вот я сегодня работаю в Афанасьево. Ну, на самом деле, чувствуется в людях как-то вот настроение не такое, знаете, вот радужное у людей. Вот, поэтому понятно. Надо дружить, надо партнерствовать, надо сотрудничать. И соработничество – это очень важное тоже такое слово. Мне кажется, на гражданском форуме это тоже должно быть красной такой линией, потому что там много тем, которые очень требуют такого межведомственного взаимодействия, да, то есть взаимодействия многих структур, не только НКО, и НКО между собой, и так далее. Поэтому вот это вот, если это будет выстраиваться, это очень хорошо. Тогда будет результат. Спасибо большое, Наталья. Спасибо, за комментарий. Спасибо вам. Наталья Шитько, председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества Общественной палаты Кировской области. У нас буквально минутка. А что сейчас вообще с сектором НКО, Сергей Николаевич, Елена? Вот последние события как повлияли на развитие этих институтов? Потому что мы много говорили о том, что в пандемию не сладко приходилось многим организациям. Если честно, люди выдохнули, и когда появилась возможность общаться, в общем-то, все
все с удовольствием начали общаться, и более того, вот, то, что будем обсуждать, это как раз вот это вот разные форматы помощи. У нас происходит, ну, некое, вот мы уже на палате обсуждали, перетекание помощи от одного ресурса к другому, и более того, мы, наверное, будем садиться и разговаривать, как вот эти вот ресурсы, то, что только что недавно прозвучало, как договориться, чтобы ресурсы поступали равномерно, чтобы всем НКО досталось. У нас много, мы много помогаем, в общем-то, и помогаем, вот у нас фонд за Вятку создан, там достаточно большие средства. При этом мы помогаем тем, кто приезжает сюда, тоже помощь есть, тем, кто семьи мобилизованных, и вот все вот это вот желательно координировать. То есть вот, когда сядем на одной площадке, договоримся, такой запрос есть, это, скорее всего, будет следующая неделя, то это будет еще дополнительно полезно. Спасибо. На этом завершаем мы первую часть нашей программы. В нашей студии Сергей Улитин, председатель общественной палаты Кировской области, и Елена Урмацкая, председатель Кировского отделения Союза журналистов России. Добрый день еще раз. Дарья Тупузлиева, Владимир Сметанин. Говорим мы о гражданском форуме, который пройдет в нашем городе 18 и 19 ноября. И на связи сейчас у нас будет еще один постоянный спикер и гость нашей студии, который отвечает традиционно за дорожную тематику. Хотим мы пообщаться с Шамилем Бузиковым. Это член рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог, модератор секции развития дорожной и транспортной инфраструктуры к 650-летию Кирова. Шамиль, приветствуем вас. Здравствуйте. Да, добрый день. Озвучили название вашей секции. Буквально 2-3 минуты есть для того, чтобы рассказать нашим слушателям о том, в чем суть, какие идеи будут затрагиваться и что хотите, собственно, именно обсудить донести. Ну, судя из названия секции, вроде бы становится как бы понятно. Будем говорить об автомобильных дорогах, будем говорить о тротуарах, в принципе, обо всем, что относится к транспортной инфраструктуре, да, и в организации дорожного движения. Все-таки есть определенного рода изменения, которые были связаны и законодательно, в том числе, это развитие электрического транспорта, то есть развитие троллейбусного парка, ну и так далее. Вот это вот обсудить. Ну, какие-то, возможно, принципиальные моменты, да, вот к 650-летию Кирова, на которых, я не знаю, там... Большие проекты, да? Да, либо большие проекты, либо какие-то, я не знаю, большие чаяния общественников относительно юбилея. Ну, мы как бы не совсем так заворачивали в такой плоскости, что прямо совсем приурочить его так однозначно, однотипно именно к 650-летию. Вот. Все-таки, да, конечно, знаковая дата для города, и все-таки, конечно, сроки сжаты и ограничены, и хотелось бы, конечно, такого что-то масштабного, идейного, но вот как бы владея всей ситуацией, какая как бы есть, какая складывается, ну, так однозначно говорить, конечно, не приходится. Хотелось бы в целом обсудить, конечно, инфраструктуру, та, которая есть, которая складывается, и вот потенциальный рывок получится у нас или не получится сделать то, что как бы задумано, потому что задумано сегодня в момент очень много. Шамиль, послушать, соответственно, разные мнения. Во-первых, мнение администрации, вот, мнение министерства, так, как они видят это, как смотрят, как они планируют это, вот этот рывок сделать, да, ну и мнение общества в целом по этому поводу. Шамиль, мы прекрасно знаем, что у нас в городе огромное число экспертов, которые считают, что вот только они понимают в дорожной тематике. Больше только да, в футболе. Да, да, да. А вот эти эксперты, ну, иногда в кавычках, да, их так назовем, они могут прийти на вашу секцию, могут высказать свое видение? Ну, при условии, что они зарегистрируются, конечно, заранее. Давайте отвечу так. Все готовы выслушать? Да. К сожалению, да. К сожалению, да. Да, к сожалению, да, у нас могут прийти все. Это никакой такой тайны нет никакой здесь в этом. Пожалуйста, если зарегистрированы, они могут высказать все свои мысли по этому поводу и высказать все, что хотят. Все, что думают, все, что хотят. Спасибо. Спасибо, Шамиль, за этот комментарий. Собственно, модератор секции развития дорожной и транспортной инфраструктуры к 650-летию Кирова. Это запланировано на 18 ноября, начало в 5:30 вечера. Ну, вообще... Регистрируйтесь, повторяем, на сайте Лидер ID. На самом деле, мне интересно, какие могут быть разные вообще взгляды на дорожную инфраструктуру Кирова, но кроме того, что нужно дороги делать. Но, правда, да, есть один момент, вот этот дискуссионный, вокруг которого постоянно спорят, нужно дороги расширять или не нужно дороги расширять, а все остальное даже не знаю. По круговым развязкам постоянно спорят, нужны круговые развязки, не нужны, больше их, меньше делать. То есть кто-то говорит, что не нужны? Конечно. Угу.
Ладно. Давайте пообщаемся еще с одним нашим спикером, участником гражданского форума. Руслан Мамедов, общественный и культурный деятель, модератор секции под названием «Вятский человек, творец, труженик, воин и умелец». Мы тут упоминали уже о ней. Руслан, добрый день. Здравствуйте, мои дорогие коллеги и радиослушатели. Да, немного ли регалий у вятского человека? Да ничего, нормально. Просто времени мы, Руслан, во времени немножко ограничены. У нас буквально 3 минуты. Вот мы предлагаем вам сжато объяснить, в чем там суть заключается этой секции. Вы знаете, автором этой секции стал Евгений Васильевич Сметанин, такой вот ветеран органов госбезопасности, участник общественной палаты, и каким-то образом вот меня пригласил модератором быть. Но вообще суть очень простая. Если в двух словах, мы хотим вообще разобраться, существует ли такой феномен вятский человек, как бы, да? И существует ли вообще такой вятский человек? Чем он отличается там от среднего там тулика, нижегородца там и жевчанина? Потому что, что греха таить, у нас какая-то есть там доля некой исключительности, и как бы вятка превыше всего, как бы вот этот момент мы бы хотели понять, насколько это в истории вчера, сегодня и завтра вообще имеет место быть, и куда мы дальше смотрим, куда мы идем, и каковы сегодня черты современного вятского человека, который живет с нами, работает, неважно где, вот вы, я, независимо от национальности, кто мы сегодня есть, такое самоосмысление, угу. Да. Ну, для чего вы вкратце сказали, да, чтобы понять, куда мы вообще идем, для чего мы это делаем? Ну, и вот если вы выясните, да, что мы особенные, и что дальше? Куда с этим знанием? Я думаю, что мы как раз выясним, что мы не особенные совершенно. А, не особенные, то есть, да. Просто дело в том, что чем раньше мы поймем, что мы не особенные, и меньше надо об этом говорить, а больше работать, вот, и просто делать что-то для того, чтобы наша земля была лучше... Вот, наверное, это будет как раз ключ к этому, потому что рано или поздно надо это проговорить. Вы знаете мою принципиальность, так сказать, я обладаю разными стилями, в том числе и витиеватыми, и политкорректными. Но сейчас время такое, когда нужно называть вещи своими именами. Потому что все больше и больше на разных площадках мы понимаем там за словами практически, ну, такой какой-то политез, якобы политез. А на самом деле это просто банально страх. Страх быть непонятым, выволочки, страх, неправильную позицию партии, правительства, понимаете, а позиции этой партии, правительства, по большому счету, по ключевым вопросам и нет, не существует. Сегодня есть запрос, мы не понимаем, что происходит, собственно говоря, да? Ну, будем, значит, сами разбираться, поговорим, пообщаемся, сделаем протокол, почитаем, посмотрим. Ну что ж, удачи, собственно, все это уже скоро состоится. Еще раз напомню, что данная площадка на гражданском форуме под названием «Вятский человек, творец, труженик, воин, умелец» в истории сегодня будет работать уже завтра с 12:30. Адрес, еще раз напоминаю, это точка кипения ВятГУ, инжиниум на Преображенской, 41. Руслан, спасибо большое за презентацию вашей секции. Да. Руслан Мамедов с нами был, общественный культурный деятель и, собственно, модератор секции гражданского форума. Ну что, настроение, видимо, боевое, да? Полминутки у нас остается. Готовы к общению, к открытому общению, да, Сергей Николаевич? Приглашаем всех. Да, Елена. Еще хочется напомнить, что организатором гражданского форума является Общественная палата Кировской области. Мы действительно ждем завтра всех на конструктивную работу. А еще такой момент. Регистрируйтесь. Да, после форума, кроме вот резолюционной какой-то части, будут ли выложены в общий доступ какие-то материалы, возможно, записи, дискуссии, еще что-то, кто не смог лично присутствовать, что-то смогут посмотреть. Все, что сможем сделать, обязательно. Ну, напоминаем, что возможность онлайн посмотреть некоторые площадки, да, она будет присутствовать. Собственно, всю информацию вы можете найти на сайте Общественной палаты нашего региона. Спасибо нашим гостям. Еще раз напомним, Елена Урмацкая, председатель Кировского отделения Союза журналистов России, член Общественной палаты нашего региона, и Сергей Улитин, председатель Общественной палаты. Удачи, всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания.